Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и мы продолжаем играть в симулятор качка в Роблоксе. Вы просто посмотрите на мои гигантские размеры. Еще бы немного, и мне просто не хватило бы места на этой карте. И, друзья, как я обещал в прошлой серии, сегодня мы устроим самый крутой троллинг качков. Но для этого мне понадобится скилл, который стоит у нас 400 робоксов, и я его куплю прямо сейчас. Но сначала, дружище, я тебя хочу очень сильно попросить. Если ты еще не подписался на канал, то сделай это прямо сейчас. Поставь свой лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик за 3 секунды. Готов? Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое. А я покупаю скилл за 400 робоксов, потому что без него троллинг не получится. Здесь есть место, где можно продать нечаянно всю свою силу. И все мои практически 3 триллиона силы. Конечно, можно было ему набрать полный рюкзак 5,5. Нужно было еще полночи поставить кликер, и все поднаклацалось. Но, ребята, мне было лень. Я думаю, что 3 триллиона достаточно для троллинга. Итак, проверяем скилл. И да, ребята, я на самом деле стал просто самым маленьким. У меня есть стикмен, но если я выключаю скилл, я сразу становлюсь просто легендарным качком. Legendary Robzikin. Самый просто легендарный качок. Так, выключаем мы сами вот этот троллинг. Вернее, наоборот, включаем. И такие мы выключаем скиллы. И маленькие идем. Привет, дружище. Как дела? Как дела? А ну давай, давай пробить. Хоп, давай так, скул. Воу! Вот это его вырубил. Вот это нормальный качок. Смотри, тут здоровый. Нифига себе. Мутант. Кстати, в прошлой серии я опять же прочитал мутант. Там написано Mountain. И, ребята, это гора или скала. Какой хитрый. Он решил спрятаться от меня в камешке. Ну-ка, ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди, иди сюда, иди сюда, просто вырубил его, ребята, вот это жесть, слушай, вот это качки. Смотри, какой огромный качок, просто с тортом на, или с тортиками на плечах. А краба, можно краба? Я бы краба вырубил только на раз. А ну, здравствуй, чувак, привет, 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 как дела? Что там, Робзи, привет, дружище, привет. А я такой медленный стал, пипец. А вот огромный качок, сейчас мы ему в пятку. Знаете, это Ахиллесова пята. Просто вырубил. Здравствуйте. Сейчас мы весь сервер с вами затроллим. Смотри, этот убежал. А этот, это что такое? Я его пробить не могу, а? Нормально, а вот здорово, здорово. Стой, 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 стой. Подожди, 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 подожди. Дайте по ноге ударю, по ноге. На. Просто мини-Танос, короче. Привет, дружище, привет. О, смотри, два чувачка. Какой здоровый. Смотри, один. Я просто вырубил двоих. А где у нас? О, смотри, бугай какой. Ходит здесь. Хочешь меня ударить? Хочешь меня ударить? Хочешь меня ударить? Хочешь, я сам тебя ударю. Ребята, я нашел Таноса. Смотри, здесь меня пытаются. Ты пытаешься меня. Пипец, ребята, просто жесть. Просто вот так вот, с одной правой, с одной левой. Кстати, мои 2 триллиона достаточно, чтобы оказаться где-то в мировой таблице? А у меня сколько? У меня 2,7 триллиона. Ну-ка. А, есть, я на 56-м месте в мире. Ну, ребят, на самом деле, можно купить бесконечный рюкзак. То есть нужно зайти в донатик, вкинуть себе, допустим, 1600 робоксов. И после этого, ребята, поставить на ночь и прокачаться еще раз. Слышишь ты, лисий хвост? Ты что тут лисий хвост стоишь? Получи. Ага, вот, смотри, смотри, какой здоровый. Смотри. Могу я топнуть? О, я могу же и топать. А если я топну? Хоп, хоп, смотри, не работает. А нет, работает, все нормально, топ мой тоже работает. Давай драться, давай драться. Главная проблема, чтобы... Пипец, я такой маленький от меня. Смотрите, какая волна остается, просто бум. А, это он меня пытается ох, ты ж дикобраз такой. Я сейчас всех развалю. Пипец, я их всех разжигаю. Вот так вот. Так, иди сюда, иди. А как? Вот так вот. Вот так вот. Кстати, а сколько у нас стоит скорость бега? Fast Runner, ребята, покупаю. Мне кажется, я слишком медленный. Мне нужно стать еще быстрее, потому что я никого не догоняю. Так, Fast Runner. Вот, теперь нормально. Вот теперь и Танос. Не уйдешь, Танос. Так, главное не нажать на кнопку продажи. Вот если я вот здесь стану большим, то я сразу же продам всю свою силу. Я не хочу терять свою силу, я хочу быть большим. Ребят, давайте так. Набирается 15 тысяч лайков, я куплю себе бесконечный рюкзак за 1600 робоксов. Он, конечно, бесполезен, но, ребята, за лайки я потрачу свои робоксы. Получи просто все... Просто минус. О, привет, чувак, привет. Как дела? Как качка? Давай, 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 иди сюда. Давай, 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 подожди, давай покачаемся, стой. Стой, я знаю, что мне нужно, надо взять какую-то маленькую штуку, типа, вот это слишком палевно, понимаете? Возьмем себе, допустим, мы возьмем себе какую-то
Нам-нам-нам-нам-нам. Вот эту штучку. Вот эту штучку мы сами возьмем. Нормально? Вот, все. Нет, слишком большое, слишком палевно, надо поменьше. Вот, мы возьмем сами виповскую. Вот такую гантельку и будем качаться. Вот, давай, смотри. У меня есть гантелечка. Вот, я не вырубил его? А кто его вырубил? Ага, этого я вырубил. Не уйдешь! Не уйдешь, ледяной гигант! Иди сюда! Просто застыл в такой картине. Я просто делаю из них статуи. Итак, значит, на том сервере все уже знали, что я мегагачок. А здесь, смотри, он сразу налетел. А если я... Я в ответ ударил. Все, я качаюсь, смотри, я качаюсь, никого не трогаю. Просто такие маленькие качки. Ну-ка давай, кто на меня? Кто на меня? Смотри, он не убил меня. Прошел мимо, ну-ка. Кто еще позарится на меня? Смотри, капец, смотри, просто он такой, чё думает, чё случилось, я же пытался маленького убить, во, смотри, опа, давай, хопа, он такой, чё, опа, ещё, опа, ой, что случилось, просто чувак застыл на одном месте, чё там пишет, ой, там уже батюки пишут на меня какие-то, или не на меня, может быть, на кого-то другого, так, мы качаемся. Качаемся. Чувак с тележкой, я с гирькой. Так, вот этого качка. Моя цель вот этот качок. Пипец, он быстрый, стой. Я шаг, как меня, 250 штук. А знаешь, что я сделаю? Я не буду за тобой гоняться. Я сделаю вот так. Ну чё там, малявочки? Как ваши дела? Вы помните, какой он огромный был? Посмотрите, стоп. Что происходит на этой карте? Главное не нажать на... Блин, я сейчас... Просто разлетается вся карта, посмотри. Надо как-то вылезти с этой карты. Просто жесть. Смотри, что происходит. А я могу как-то их фигачить? У меня... Я не могу ничего делать. Надо снова стать маленьким. Итак, новые серверы, новые приключения. На меня сразу напал какой-то лего-папаша, попытался меня ударить, но у него ничего не получилось. Я уже его вырубил. Давайте вот так вот. Если что, не знаю, кто тебя убил, я просто прохожу мимо, я с гантелечкой пошел качаться. Героик, лидерборд. И что такое? Типа я должен убивать плохих, чтобы стать героем. А где можно посмотреть такую статистику? Так, давайте мы сейчас с вами подойдем вот сюда в центр, чтобы на меня сейчас напали ребята. Кто на меня нападет? Привет, дружище. Так, я такой стою, качаюсь. Ну что? Воу, смотри, качок его заморозил. Тихо. Неужели они все уже... Они опять меня все узнали? Серьезно? Слишком много людей посмотрели мои ролики по этому слепоторкачку. Подожди. А здесь... Если бы здесь разработчики добавили еще смену персонажа или смену ника, понимаете? Надо было скин сменить. Вот что нужно было. Здесь меня никто не хочет бить. Нашел самый заполненный сервер, где было 29 из 30. И посмотрите, кто надо мной стоит. Огромный просто клоун. Но с каким-то очень странным телом. Но я его сразу вырублю. Не люблю клоунов. Не люблю клоунов, извини, пожалуйста. Я не хотел тебя убивать, просто я не люблю клоунов. Иди сюда. А ты здесь стоишь. Ты слишком большой. Все, я иду качаться. Вы не видели, кто вас убил? Не видели. Все хорошо. О, смотри, он здесь малышей топчет. Подожди. Свизи. А, он продал свою силу, понятно. Он просто продал свою силу. Во, смотри, с вертолетом качается. А какая у него сила? Ты тоже троллишь ребят, что ли, или чего? Ты кто такой? Ты кто такой, тролль? А ну, гоу, мы с ним сейчас сразимся разочек. Смотри, погоди, он здесь с вертолетом качается. Вертолет это максимальное возможное. Как он такой быстрый? Ты кто такой вообще? Погоди, криминал. Ты что, может тебя вырубить? Нет. Я смог его вырубить, причем легко. Прям с одной тычки. Я еще никого сегодня не ударил. О, опа, затроллен, красиво. Ну, как тебе дела? Погиб, да? Капец ты шустрый. Он пытается меня... Чувак пришел со мной сражаться. Он думал, сможет меня убить. Причем он какой-то слишком быстрый для его размера, вы заметили? Вот что, ребята, нужно взять карандашик. Они думают, что гирька это очень крутая штука, значит, мы с вами возьмем вообще карандашик. Вот, я буду качаться с карандашиком. Вот, я буду качаться с карандашиком. С карандашиком уж точно меня все будут нападать. Ну-ка, нападай на меня. Ну чего вы не нападаете, чего вы такие дружные? Что за сервер такой? Так, а ты хочешь малыша бить? А ну-ка покажи. Ты хочешь малыша бить? Ты хотел малыша обидеть. Не знаю, хотел или нет. Так, ну что, здоровяк, давай. Нарвешься? Давай сражаться. Ну топни, попробуй топни. Я тебя топну, давай. Ну топни, не хочет топать. Ладно, не будем его трогать, пойдем на другой сервер. Давай просто, кто сильнее? Давай, попробуй прокачаться. Нет?
О, вот ты и попался, дружище. Вот ты и попался. Затрален, как говорится, затрален. Я просто так убью, ты просто мне не нравишься. Ты на этом камешке, это мой камешек, понял? Понял, это мой камешек. Ну что, пацаны, гоу сражаться. О, здесь еще один нубчик. Здесь еще один нубчик. У него, кстати, тоже титул Стикман. Так, его пытаются бить. Может быть... Ой, извини, я не того убил изначально. Извини, я там одну девчулю хотел просто убить. Она хотела парня завалить. Ну-ка давай, самого большого качка сейчас вырубим. Вот, nice guy. Иди сюда. Хороший парень, да? Да? Ну, хороший парень. Кто на меня? Давайте, большой качок, нарвись на меня. Я качаюсь. Вот, смотри, какой гигант пришел. Смотри, какой огромный про... О, смотри, ты на меня? Не. А почему вы сражаетесь, меня не бьете? Вот, смотри, он всех бьет. Давай нарвемся. Ну-ка, давай, на малыша смотри. Смотри, у меня карандаш в руке. Попытайся меня убить. Давай. Ну-ка, смотри, он пошел просто мстить, топтать его. Ну-ка, не получится. Ты меня топчешь? Нет, он его фигачит. А меня кто будет бить? Ну-ка. Да пипец, вы что здесь землю попортили? Смотри, заморозил. Значит, у него стейдж один уже есть. Ну-ка, налетай давай. Ну-ка, давай, как тебя там? Налети на меня. Давай драться. Никто не хочет сражаться, да что ж такое? Блин, не хватает смены ника, не хватает смены скина в этой игре еще за робуксы, как обычно. Смотри, какой здоровяк. Сейчас я еще... Иди сюда, ребята. Иди сюда. Вот так вот, готово. Ну что, друзья, на этом будем серию заканчивать. Я сменил примерно 10 серверов, и уже никто не хочет разводиться на троллинг, ребят. На этом заканчиваю. Хорошее настроение. Всем спасибо, всем покедова.